Я так догадываюсь, что это не самая тема для вас комфортная, вот про русско-украинские отношения. Я просто не очень ее люблю, потому что мне мне, честно говоря, вот поднадоело то, что нас пытаются разделить. Так нет, есть же люди, которые, наоборот, пытаются соединить по-хорошему, не в имперском смысле, а именно для того, чтобы... Потому что ведь мы родные, мы родные. Конечно. Киев, мать городов русских. И это единственное, и первое и единственное, о чем я всегда говорю. Мы родные. Да. У нас практически одинаковые языки. Ну, по крайней мере, я хорошо понимаю оба. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».